на канале «Домашний» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Побег в неизвестность», выход которой ожидается 10 марта. В центре сюжета сериала Дарья Кравцова – обычная девушка, выросшая сиротой. Она выходит замуж за богатого предпринимателя Дорохина. Но брак оказывается неудачным, и супруг постоянно издевается над Дашей. Она бы хотела уйти, но в семье ее держит мальчик Костя, пасынок Дарьи. К тому же он очень важен для мужа, из-за того, что всем богатством он обязан Костику, получившему наследство после трагической гибели дедушки и мамы. На этом фоне Дорохин выливает свою злость на Дашу, на которую возлагал надежды, и на Костика, от которого полностью зависит финансово. Так бы продолжалось и дальше, если бы однажды Даша вместе с Костиком не попали в аварию. Машина тонет в водоеме, а Костика и Дарью объявляют погибшими. И тогда девушка решает, что это идеальный шанс сбежать от тирании Дорохина и начать новую жизнь. Но Дорохин понимает, что произошло, и решает найти их любой ценой. Главные роли в сериале исполнят Евгения Глотова, Алексей Фатеев, Дмитрий Паламарчук, Евгений Писарев и другие. Премьера 4-серийной мелодрамы «Побег в неизвестность» состоится 10 марта на канале «Домашний». Приятного просмотра, и не забудьте подписаться на наш канал.